Так, у нас 5.13 по Киеву в Харькове, 5 июня 2021 год. И, наконец-то, мы дождались прорехи в небесах, в облаках. Вот она, наша замечательная луна. Ты моя красавица, как же я за тобой соскучился с этими бесконечными дождями. На работе хлопец вышел покурить, жалуется на погоду, я говорю, ничего, скоро весна. Да, смешно, но сейчас июнь. И 8 градусов по Цельсию 1 июня в день защиты детей. Ух ты, это малая ласточка. Я не думал, что защита детей будет термическая. Ну да, но сложно, конечно, навестись. Температурная презервация. Тут солнышко встает. Ой, небо, конечно, колоритное. Ну, хотелось бы луну. Ладно, пошли на солнце. Пока у нас луна не освободится от облаков. Да ты посмотри, ну просто не вижу уже луну в небе. Какой кошмар. Да. Ну, наверное, это все, потому как не хочу я жечь матрицу.
Ты представляешь? Ну только что я тебя снимал. И теперь вообще никаких признаков. Ладно, будем ждать. Небо красивое, конечно. Но хотелось бы луну. 5:19 по Киеву в Харькове. 5 июня 2021 год.